у меня есть несколько фотографий, еще осталось, вот там видно, значит, как меня закулемывают в эти вот, в целлофан этот. И это они было как в «Сталкере», было похоже на «Сталкера» это все. Это было там внутри? Да. Нет, это было похоже на конец цивилизации. Это было похоже на то, каким мы оставим мир после себя. Вот у меня было это ощущение, что вот эта Земля, вот эта прекрасная голубая планета, вот после себя мы ее оставим вот в таком виде. Перекореженное железо, изуродованное, полная тишина. Там было даже, понимаешь, эти, саркофаг же стоял уже, а расстояние пространства это безмерное. И вот маленькие эти фигурки, значит, мы идем, абсолютная тишина, ни птиц, ни звука, ничего, никого. Только пыль такая, вот солнечные лучи и пылинки в струе, вот в луче как-то играют. И совершенно такое, понимаешь, ощущение, что вообще на свете никого нет. И мы такие последние выжившие после какой-то вот катастрофы. И вот это, конечно, там, знаешь, там это не страшно было. Но это какое-то ощущение такое упоение в бою и бездны мрачной на краю. Вот это вот совершенно точно, я так помню. Вот.